Спасибо, Анна. А далее новость о том, что в Израиле голодающим беднякам помогает Гитлер. 38-летний обладатель говорящей фамилии рассказывает, что мечтал перебраться на историческую родину с тех самых пор, как ему исполнилось 15. Ну... Да-да, это интересно. Потом так и скажут в русских новостях. Еврей Гитлер ведет борьбу с бедностью. С переездом в Израиль многое изменилось. Поработав несколько лет юристом, Йозеф стал углубляться в изучение социальных вопросов и все чаще задумываться о проблеме богатства и бедности. Плану ищи. Мы делаем все, что можем, помогаем людям, снабжаем их едой и жильем, но все-таки этого недостаточно. Необходимо подключить к этой благотворительной деятельности еще больше людей, еще больше мест общепита.